Друзья, всем привет! Продолжаем наши экскурсии по Днепропетровску. Сегодня я вам хочу показать 12-й квартал. У нас прекрасный райончик, называется 12-й квартал. Сейчас мы с вами находимся возле ТК «Шинник». Ну, здесь такая большая картина рекламная. Радует то, что до сих пор детки сюда ходят, занимаются, очень много работает коллектив «Шинник». Приезжают сюда туристы. Ну, в принципе, маленький город. Покажу вам другую сторону. Это улица Кулинарного. А сейчас мы идем возле ТК «Шинник». Такой вот центр, центр недалеко от центра. Сейчас мы находимся прямо на остановке. Поснимать так. Не хочется быть пессимистом, но когда вот это все видишь, ой, то сравниваешь. Самое интересное, что есть на квартале у нас, на 12-м квартале. Это ТК «Шинник». Когда-то был рынок 12-й квартал. Сейчас вдалеке там называется торговый центр. Сейчас мы стоим на улице Крутова. Тоже улица Крутова. За спиной у нас легендарный Днепрошинок. Легендарный он был в советское время. Тогда это был одним из крупнейших налогоплательщиков для города. И
для всей страны СССР, когда не прошина здесь слева. Слева от себя, да, слева от самого, потому что Днепрошина это тоже очень большой, скажем, город в городе, тоже был громадный завод, и он строил специально для своих рабочих, построил целый микрорайон. Сюда входит маршрутка 18-я. Сейчас там небольшие цеха отдавали в аренду, поэтому что-то делают, поскольку такая большая труба есть. Вот это наш 12-й квартал, друзья. А здесь вот такой сюда пришла. А здесь вот такой вот... Как мы их назовем, пусть это называется зеленые насаждения. Какой-то небольшой такой вот овраг. Сюда, конечно, там гаражи заброшенные. Сюда, конечно, там очень много мусора. Как везде в заброшках сносится. Но вот так. Поэтому показываю вам сегодня квартал. Прекрасный район. Замечательный. А самое главное то. Самое главное то, что мне нравится в этом городе, друзья, это то, что здесь очень тепло. Здесь очень тепло. По сравнению с Северной Украиной, Центральной Украиной. Здесь прекрасно, тепло, и буквально каких-то 100 километров вам Запорожье, а еще плюс 100 километров вам Бердянск, и рядом Азовское море. Вообще здесь замечательно. Сегодня с утра и вчера была погода никудышняя, а сейчас уже выглянуло солнышко. Солнышко уже выглянуло, уже небо, оно нам в объектив. Солнышко не ударит. Я вам покажу небо, друзья. Выглянуло солнышко, и настроение появилось. Вон оно, вдалеке. Все, друзья, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Хорошего дня.